Автолюбителям из города Тюбинген на юго-западе Германии скоро придется платить за резидентскую парковку больше. Если сейчас возможность оставлять машину в центре города обходится местным жителям всего лишь в 30 евро в год, то с 1 января 2022 эта цифра увеличится в 4 раза – до 120 евро. Особенно сильно пострадают владельцы крупных кроссоверов и внедорожников весом более 1800 килограммов. Им придется отдавать городу 180 евро в год. Инициатива, проведенная зеленым мэром Тюбингена, который пытается пересадить жителей на экологичный общественный транспорт, вызвала в городе неоднозначную реакцию. Это абсурд, не имеет ничего общего с реальностью. Машина – это машина, некоторым из них нужно пространство. Это просто невозможно. Они большие, тяжелые, грязные и блокируют трафик. Если бы внедорожникам нужно было платить в два раза больше, я была бы даже более довольна. Благодаря новой стоимости резидентской парковки местные власти надеются увеличить городской бюджет на 600 тысяч евро в год.